тяжело. Побежал сегодня по незнакомым маршрутам. И залетел в горы такие, что идти приходится высоко, потому что вот такой склон. Короче, по незнакомым маршрутам бегать опасно. Вывод такой. Знаете, от чего кайфанул сейчас? Прям максимально. Кайфанул с того, что по сути своей я в чужом челлендже бегу. Обычно я запускал такие челленджи. Там 10 дней, 100 дней, месяц, не знаю, каждый день спорт. А тут жена моя запустила, и я так рад, что, ну, реально почувствовал себя гостем, пассажиром чужого челленджа. Так это круто, на самом деле, когда ты бежишь. И, собственно, поймал себя на мысли, что я вот за 3 дня пробежал там 30 с чем-то километров. 100% бы не пробежал, если бы она не подняла этот челлендж. 100%. Пробежал бы где-то 17, 18, 22. Ну, не 33, 34, нет. Вот, и это прикольно. То есть, благодаря ее идее, когда она это сделала, я, кстати, такой, типа, блин, зачем? Ну, типа, зачем? А сейчас такой, о, кайф. Меня в группу взяли, кстати. Она меня раньше не брала, а сейчас взяла. Я доволен. Вот, я рад, что там 100 плюс человек у нас бежит. И все крутые такие результаты показывают. Я вообще в шоке. И выиграть, конечно, непросто. Это супер классный челлендж. Наверное, самый мощный за всю историю, которую мы делали. Офигенно, я рад. У нас тут новый участник марафона. Ой, красавчик. Че не бегал 2 дня? Чего? Че 2 дня не бегал? Болел. Болел? Сейчас оклемался? Ну да, вроде бы. Ну, красава. Вот, смотрите, парень врывается на 3-й день. Ну ничего, что, пробежишь 110 за август? Ну, надеюсь, ну. Надеешься на что? Что на чудо или на себя? На чудо. Ну, давай посмотрим. А 150 пробежишь? Всех победишь? Нет. Себя победишь? Себя победишь? Да. Молодец. Главное себя победить. Красава, дай пей. Вот он, звереныш. Давай, добегай и пойдем с тобой снимать ролик. Да. Крутой будет ролик? Очень. Давай, ухо торчит. Хорошая суббота. Это когда ты в гоночном боксе. Тачки готовятся к 5-му этапу. Носорожек. Красавчик. Смотрите. У нас почти закончен ремонт в основном в шоуруме. Сейчас вам покажу, что тут будет. Смотрите. Во-первых, полы смотрите какие. Они просто глянцевые, как стекло. Сумасшедшие полы. Осталось тут прям последние штрихи. Цвет. Все уже почти готово. Красотища. Полки. Ну, в общем, мелочи остались, мелочи. Но вообще, сегодня хорошее настроение. Сейчас будем снимать фильм на канал Луки Мигаля. Точнее, концовочку снимать. Меня позвали. Там какой-то сюрприз Антоха подготовил для меня с Лукой. Я сейчас этот сюрприз должен буду увидеть.